Ну что, я вернулся. Привет, добро пожаловать на мой канал. Если честно, я долго не мог придумать, что мне сделать на 31 октября. И все-таки я придумал, да. Это вампир-монашка. Завтра будет еще одно видео, где я примеряю этот костюм и наношу макияж себе. И вообще, что у меня из этого вышло, вы посмотрите. Ну, еще будет мини-хоррор такой. Но это я подумаю, сделать или нет. А сегодня вы узнаете, как сшить такой костюм. И с какими проблемами, и с какими трудностями я столкнулся. Посмотрел в интернете, какие комбо люди создают из одной рясы, дополнительные украшения там делают. И я решил создать собственный образ. Топ первый рисунок. Плюс-минус прикинуть выкройку и размеры. Ткань я взял 100% хлопок, ширина 2 метра или 2,20, точно сказать я не помню, какая у нее ширина. И старую простыню на белые вот эти вот тряпки. Если честно, я не знаю, как они называются, поэтому я их буду называть вот эти вот части тряпками. Ткань лучше приутюжить. Кстати, круто, когда есть готовая основа на миллиметровой бумаге. Это очень помогает. Тебе не нужно искать какую-нибудь футболку и такой, где, что? Как мне это сделать? Сшиваю. Дальше по плану рукава и воротник. Рукава я изначально хотел другие, вот такие вот. Ну, то есть наметывать иголочкой там, а потом затягивать. С воротником у меня еще возникли проблемы. Я думал, он выкраивается как стойка. Ну, знаете, как вот на рубашках, чтобы прям он стоял. Стойка, я думаю. И так и называется. А тут тупо просто нужно выкроить полоску и все, и сшить ее в круг, чтобы она замкнутая была. Далее идет эта штука, на ней тоже много времени убил, пришлось все закалывать. Дальше вот эти вот штуки идут, на которых я убил много времени, потому что мне все нужно закалывать. Но там, в принципе, без закалывания никак. Если ты хочешь, чтобы вышло идеально, ты идешь и закалываешь, и убиваешь на это время. Но зато результат. Результат будет прекрасен. Еще когда я сшил капюшон, у меня сначала, ну, примерил на себя и такой смотрю, какой-то хиджаб вышел, я такой, я же не хотел хиджаб, это что, как мне это исправить? Ну, начал паниковать и что-то немножко расстроился, но потом это из-за большого капюшона, я немного его ушил, сделал строчку и
и пришил на него тряпки. И в принципе все. А еще вот эту вот помойку сшил наверх. Ну, чтобы капюшон казался длиннее. Как сшиваются тряпки, я думаю, не стоит. Можно не показывать, там просто это полукруг. Если хотите, то ну, чуть больше можно выкроить, и все. Это несложно. На этом все. Лайк, подписка, комментарий, я их все читаю. И помните, я во второй части буду примерять этот наряд. Так что ждите. Пока!